О заслугах ямальских тренеров накануне говорил директор окружного департамента по физической культуре и спорту. На пресс-конференции он подвел итоги года. 270 медалей и тренировки онлайн. По словам Андрея Масанова, пандемия значительно повлияла на сферу спорта. Многие мероприятия отменили, тренировки проводились онлайн. Тем не менее, многие спортсмены успели успешно выступить на соревнованиях разного уровня. А если эпидситуация позволит, до конца года на Ямале проведут около 60 спортивных мероприятий. В департаменте поделились и планами на Олимпиаду, которую в связи с пандемией перенесли на 2021 год. В сборной и губкинские спортсменки. Вообще у нас по олимпийским видам спорта в сборных командах России 50 ямальцев наших. Вот, и порядка 10 из них у нас серьезно борются за право быть на Олимпиаде. Уже имеет лицензию у нас Дима Волков с «Факела» в сборную России, он будет призван. Масленников Владимир, это пулевая стрельба, город Ноябрьск. Он получил лицензию еще в 2018 году, у них мир один раз в 4 года, и он однозначно это право имеет. Также наши скалолазки серьезно претендуют на это и Лыза Емельева, Губкинский, и Губкинская Динара Фахридинова. На будущий год запланировано провести почти 500 спортивных мероприятий. Ключевое направление работы – увеличить число граждан, регулярно занимающихся спортом, до 55% к 2024 году. Для этого на Ямале возводятся новые спортивные объекты.